Последние 14 дней Рамадана 240 дагестанских паломников проведут в Саудовской Аравии, выполняя обряды малого хаджа. Специально для этого из Махачкалы в Медину был организован прямой чартерный рейс, который за 4 часа доставил группу паломников на священные земли. Обычно регулярные транзитные рейсы до лучезарной Медины занимают половину суток, но прямой чартер в священный город сократил время до 4 часов. В Медине паломников ждет посещение главной мечети, затем они отправятся в Мекку, где и будут выполнять уже непосредственные ритуалы малого хаджа. Большая милость Всевышнего Аллаха, что нам дал такую возможность совершить умра месяц Рамазан. Это недавно время это было мечтой, сейчас, алхамдулилля, по милости Аллаха, есть возможность совершить свободную умра. И как мы видим, с каждым годом увеличиваются желающие, которые хотят совершить умра. Воистину, умра, совершенная во время Рамадана, приравнивается к совершению хаджа вместе с пророком. Таково вознаграждение за малое паломничество. Многие мечтают провести месяц Рамадан на святых землях. И те, кто смог воплотить свои желания, переполнены счастьем и радостью. Несколько лет подряд езжу, очень хорошее ощущение, алхамдулилля. Целый год готовлюсь, но больше находиться в мечети, Масджид аль-Харам и Медине. Зиярат побольше брать, Куран побольше читать, самое большое желание. Я, брат, больше всего Мекки люблю, потому что там ужра побольше. И Медине тоже люблю, пророк идет наш махрумный, саллаллаху алейхи ва саллям. Малый хадж в месяц Рамадан от компании «Марва» совершат более 800 человек. Дагестанские паломники в Саудовской Аравии останутся до праздника Идуль-Фитр и уже затем вернутся на родину. Обратные рейсы в Махачкалу запланированы на 6 и 7 июня. Камиль Девятов, Курбан Рагимов, телеканал ННТ, Махачкала.